ну я почему лысый, как только зашел в этот мир? Погоди, а почему я в шапке, а ты без шапки? В смысле? Дядя Вася чисто, дядя Вася! Короче, ребят, кто еще не понял, это новый выпуск нашего заблокированного общего инвентаря с Флаской, да. Всем привет, меня зовут Фласочка, сегодня мы будем играть со Скретчи. Привет. Привет. А перед тем, как мы начнем, мы попросим вас поставить лайк и подписаться на наши каналы, верно, Скретчи? Да, верно. Кто не поставит лайк, тот будет лысым. Все, всех любим, целуем, приятного просмотра. Так, Фласочка, нам необходимо выполнить вот эту вот вторую строчечку заданий, чтобы мы могли выполнять третью. Погоди, а где топорик? Я что-то не понял, а почему две кирки? Ну, топор у нас поломался, по-моему, в прошлом выпуске. Серьезно? Я что-то этого не помню. Ну ладно, хорошо, давай самое простое задание найдем. Скрафтить торт Скретчу, найти карту сокровищ, добыть идеи для... Слушай, все какое-то сложное. Ну, я предлагаю тебе начать с задания добыть динамит для Фласки, потому что там я вижу пустыню, и по-любому там будет пирамидка. А вот по поводу найти сокровища, так это вообще есть. Погоди, а нам нужно карту? Слава господи, нам нужно найти именно карту, а не найти карту, а потом еще и найти сокровище. Вообще, это было бы в разы дольше. Что ты делаешь? Я добываю дерево, чтобы сделать нам лодочки. А, стоп, у нас же дерево море. Тогда у нас море дерево. Я не знаю, зачем ты это делал, братан. Ты такой странный. Я делаю, значит, вот это и одну лодочку. Готово. Да подожди, Фласка. Ладно, давай, жду. Куда плывем? Плывем в пустыню. Да какой дрифт, Фласка? Едь уже прямо. Успокойся, все хорошо, все хорошо. Если Фласка получит права, это будет вообще ужас. Да тебе понравится, сам будет говорить, дай покататься на бибике. Без меня на моей бибике нельзя покататься. Так, все, мы уже почти прибыли. Припарковываемся. Паркуюсь. Давай ломаем, 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 ломаем. Сломали. А вот она, пирамида. Идем за динамитиком. О, да, слушай, вот жаль, там не написано добыть целый стак, ибо я так обожаю динамит. О, ты уже внизу? Я уже внизу. Да подожди, мне нужно динамит собрать и подарить его тебе, чтобы задание засчиталось. Ладно, хорошо, давай, я жду. Я жду, принцесса ждет свой динамит. Фласка! Да что, я ничего не делаю, я стою на месте. Ты динамит выбросила. Я вообще ничего не трогала. Не подбирай ничего, Фласка. Подберу свой динамит. Где он? Все, подожди, ничего не трогай, ничего не трогай. А я его тронула, это, походу, не считает. Смотри, не разблокировалась. Потому что мне нужно его подарить тебе, прям скинуть. Ладно, хорошо, тогда погоди. Мне нужно пустой и слот. Давай, дари, 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 дари. Да давай выберемся, ничего не видно, темно очень. Так, Фласка, наконец-таки выбираемся, и я вручаю тебе динамит. Держи. Да ты что делаешь, Фласка, ёшкин-матрёшкин? Так, Фласка, ну все, слот разблокировался. Ты что, сбегала порох и своровала все? Не своровала, поздравим слово. Ой, господи. Так, ладно, здесь еще два задания, и теперь они исключительно твои. Да, Фласка, господи. И нам бы факел какой-нибудь сделать, потому что ничего не видно. А теперь побежали. Мне нужно скрафтить торт Скретчику. Так, что для этого нужно? Сахар, яйца и тростник. Тростник я, кстати, вижу. О, давай я тебя подтолкну, подпопула. Бамс-бамс-бамс. Я добыла тростничок, мне этого... А, погоди, у нас что-то слишком много всего не... Что ты там выкинула-то? Ничего интересного не выкинула. Побежали, мне нужен... Что мне еще нужно на торт? Нужно, во-первых, три ведра. Блин, так это трешня, это столько железа надо. Ну да, у нас только два ведрышка, ну ничего страшного. Мы, во-первых, можем найти голема, можем найти железка в шахте и еще много всяких вариантов. Ладно, хорошо, понял. Поперли искать три железа. О, пустынная, точнее, джунглевая пирамида. Здесь по-любому будет куча железа. О, да, так, вовнутрь, вовнутрь, О, рычаги. Подожди, нам нужно вот сюда и... Здесь только золото. Блин, не повезло. Ну, что поделать, давай тогда уж... Ой, тихо, тихо, аккуратно, посмотрим, что тут у нас. О, тут нафига железо, офигеть, и даже... Золото есть. Балдежненько, все, Фласка, выбираемся отсюда. Сейчас сделаем тортик. Осталось только пшеничка и яичко. Пшеничка и яичко. Еще нужно найти коров. Или карту сокровищ. Проблема в том, что мы не можем приступить к следующим, пока не выполним эти. Ну, это логично, это логично. А ты где есть-то вообще? Только мы выбежали из этих джунглей, и здесь деревня с коровками. О, халява. Так, давай, занимайся молоком. Ты по призванию у нас молочник. А у нас там места в инвентаре не хватит. Вот оно молоко. Погоди, а что делать? Блин, картофель выкинуть. Придется. И песчаник. Песчаник, в принципе, не нужен. Так, есть курки, но не вижу яйки. Зачем нам порох в инвентаре, Фласка? Оно пригодится, не трогай, не смей. Вот все, что угодно, порох не трогай, либо я трону тебя, ты меня понял? Понял, ладно, давай, иди этот. Куриц спаси. Кучу куриц, ну-ка давайте кто-нибудь, дайте мне хотя бы одно яичко. Яйца есть,
Не трогай мои яйца. Я думал, ты их выбрасываешь на правую кнопку мыши и испугался. Смотри, скрэчик, у меня есть изумруд. Я за этот изумруд купила 6 редстоуновой пыли. Да зачем ты потратила? В смысле, смотри, дорожку сделаем, все найдут нас. Зачем? По приколу. Ой, ничего ты не понимаешь, скрэч, в этой жизни. Нам нужно Погоди, у нас пшенички нет. Нам нужна пшеничка, скрэчи. Сноп сена и голем. Давай, ты занимайся псеном, я займусь големом. Только у меня деревянный топорик, на самом деле, такое себе. Так давай скрафтим нормальный топорик. Железный, ну сейчас с голема и скрафтим. Да, Славка, где топор? Все, понял. Давай. Бей, я пока что ломаю сноп сена. Да, нам и одной штучки бы хватило, на самом деле. Это ж на тортик. А потом, что ты жрать хочешь? А, ну да. Ой, господи, боже мой, как сложно с тобой. Так, я надыбала 12 снопа сены. Ставь верстачок, скрэчик. А у нас нет верстака. Готово. Так, хорошо, теперь делаем. Бамс. Сначала торт сделай. Опачки, тортик готов, скрэчи. Вручаю тебе этот торт. Жрацкой. Я не голодный. Оно не откроется, пока ты его, походу, не съешь. Я буду голодать. Бей меня, бей. Давай, скрепся, топором тебя буду. Все, проголодался. Делаю кусь. Ой, нужно со второй руки убрать, делаю кусь. О, разблокировала скрэчи. А теперь дай мне пожрать. Можно теперь мне? Не трогай мой торт. Да не трогаю, я не голодный. И, сейчас. Кир, ты же не голодный. А им не наедаешься толком, капец, трешня какая-то. Или последний кусочек. Вчера все съел. Ну, молодец, спасибо, что мне оставил. Я хлеба, смотри, 35 хлеба у нас. Все, сделал топор, готово. Пошли теперь искать карту сокровищ. Побежали, я даже знаю где. Нам нужна лодка, лодка у нас есть. А теперь поплыли. Куда? В далекие края. Давай, плыви. Это не я. Ты чуть не сломал мою лодку, мою лодку. О, лысый. Это наша лодка, ты что, шляпу нам поломала? Молодец, Крэчи, теперь выпей шляпы мою. А вот, нужно тебе драться постоянно? Ломай, мы ж миллионеры, еще шляпу купим. Так еще одну скрафтим, нормально. Опа, бамс, приземлилась, поплыла. One Punch Man. Да хватит, Фласка! Я вижу корабль! Направо, право руля! Вижу корабль, плыву, скрэчи! Я тебе говорила, что все найдем. А Фласочка хороший штурман. Смотри, если бы не мой корабль, если бы не моя черная жемчужина! Мы бы его не нашли. Какая черная жемчужина? Так, я не понял, ты чего? Имеешь что-то против моей черной жемчужины? Я надеюсь, здесь будет хотя бы то, что нам нужно. Сундук! Блин, нету. Порох! И морковка. Морковка, это балдежно. Погоди, здесь еще один сундук должен быть. Да, сейчас найдем. Погоди, оно должно быть. А где? Внизу, вон, нашел! Так, ну-ка, смотри, есть там что? Прости, или не нашел? Ну что там? Нет ничего? Да что-то я ничего не вижу. Погоди, да где-то оно должно быть, сейчас найдем. Короче, ребят, мы с Флаской решили поплавать и нашли еще один затонувший корабль, потому что в том ничего не было. Я уже спускаюсь под воду, давай! Погружение, скрэч, погружение, ща. Кожаные штаны, загадочное рагу. Ё-моё, сколько всего. Да ничего интересного, подожди, нам нужна карта сокровищ. Ты смотри, не задохнись там. Ты нормально? Я жив. Ой, дождь пошел. Да на дождь пофиг, в принципе. Еще один сундук вижу. Так, есть там что? Сейчас, подожди, посмотрим. Нифига себе. Че там? Изумруды, прикинь. А карта? А карты? Карты нет. Да ешкин, матрешкин, а где карты-то? Почему, когда карта нужна, ее постоянно не можешь найти? Я не знаю. Ладно, ищем еще затонувший корабль. Ой, господи, я устал. Давай. Нашли, поплыли, надеюсь. Надеюсь, здесь что-нибудь будет. Я тоже надеюсь, потому что я уже устал по этим кораблям ползать. Так, я нашел сундук, и здесь есть карта клада. Мы нашли карту клада. Ты разблокировался слот. Хорошо. Че, выкидываем тогда? Ты все ради этого. Прыгнуть с 30 блоков. У тебя задание... О, у меня задание покрасить овцу в оранжевый цвет. О, так это имба. Только надо вначале оранжевый краситель сделать. Но он делается при помощи красного и желтого. Смотри, квест для меня полностью проголодаться. Это выходит... Игра шо издевается надо мной? Это мне типа нельзя есть, пока я полностью не проголодаюсь. Так, сделать фласки огород из динамита. Ёшкин-матрёшкин. Крещ, это столько ТНТ тебе нужно будет. Да, также здесь убить 10 зомби, создать снеговика. Кстати, очень простое задание. Пожарить картошку для фласки. Да, походу игра меня любит. А потом тебе задание отрастить бороду. Опять, в смысле? Я уже была волосатой. Ты знаешь, сколько мне усики отрастили? Я только недавно ходила на эпиляцию. Не знаю, как правильно называется. Фласка, чё ты лодку свою сюда запарковала? Лодку верни. Я выбрасываю сахар. Да подожди, я краситель делаю. Погоди, так я знаю, как это все сделать. Смотри, сейчас все сделаю. Я тебе сейчас научу, скрэч. Я походу не знаю, все, делай все сам. Верни желтый краситель в инвентарь. А где он? Фласка. О, загадочное рагу, может его схавать? Да за сахар зачем ты подбираешь? Так ты кинул мне его в ноги. Я такая, ухо, лево, сахар! Не подбирай сахар, я сделал штуку специальную, чтобы покрасить... О, сахар! Скрэч, ты туда сахар!
сахар уронил. Нету сахара больше, фласка. О, Скрэч, ты кто-то еще сахар уронил. Все, ты меня бесишь, все, в воду ты точно не полезешь. Скрэч, ты походу сахар кто-то уронил. Фласка, я тебя сейчас уроню. Ты ж меня на руках даже не носишь, чтобы уронять. Сейчас буду красить овцу в оранжевый цвет, так, и... Да. Фласка, верни. Скрэч, кто-то какую-то хрень в инвентарь нам положил. Оранжевый краситель называется, нафига он нужен? Блин, я... О, халява, пожрать можно. Да дай поесть гнилой плод. Пусть тебя паук убьет. А как мне бороду растить? Мне же несколько месяцев понадобится. Ну подождем. Накладную тебе наложим. О, еда, ну-ка. Все, не выбрасывай краситель. Крашу овцу. Все, покрасил. Теперь я могу выкинуть эту фигню. Все, этот слот разблокировался. Давай-ка ты выполнишь задание прыгнуть с 30 блоков. О, халява, так, 30 блоков. Давай сразу отсчитаем. Не-не-не, погоди, погоди. Давай сразу отсчитаем. Так. Все, Скретч, я готова. Скретч, я поднимаюсь. Скретч, если что, помни, я любила тебя как брата, а может быть, не как короче, поехали. А как по-другому? Как отца. Воду вот здесь вот спрыгнешь, я тебе немножечко разолью. Халява, я думала все, прощаться с жизнью, ну-ка. Ты попадешь на жизнь. Все, я готова, дай поем перед смертью. Готов? Да подожди, сейчас я тебя раскопаю, ты ж такая, что не попадешь. Я вышел, прикинь. Попала. Ой, все, разблокировалось. Халява, слишком мизь. Что-нибудь еще простое есть? Проголодаться. Мне кажется, звучит нормально. Проголодаться. А у меня тут задание пожарить картошечку для Фласочки. Так что сейчас найду картошечку и пожарю ее. Слушай, Скрэч, это гениальный план. Я пока что буду бегать, голодать. А когда полностью проголодаюсь, я с кайфом съем картоху. Только я картох не вижу. А у нас же была картох. Я ее, походу, выкинула, да? Ты зачем ее выкинула? Я еще знала, что картоха нужна будет в дальнейшем. Ёшкин, матрёшкин, Фласка, ну я в тебе и не сомневался. Да погоди, сейчас где-нибудь здесь мы её стопудняк найдем. Ладно, в этой деревне, походу, мы не найдем. Скретчи. У нас проблемы. Почему нет задания пожарить арбуз для Фласки? Почему картошка именно? Потому что арбуз не жарится, Ёшкин ты и кот, Скретч. У тебя что, шо ли, тю-тю с головой, а? Кстати, в сундуках, возможно, картофанчик будет. Точно. Нет, это хлеб, понял. Ну, в принципе, почти идеально. О, Фласка, я нашел картофанчик. Ого! Скретч, а кто эту вышку здоровую построил? И вопрос, зачем? Это ты ее построила, чтобы спрыгнуть. Я пережарил картошку, и мне нужно тебе ее вручить, чтобы слот разблокировался. Погоди, я не знаю, что я сейчас съела, но у меня почему-то фул... А, погоди, я хлеб, походу. Печеная картоха. Флачка, вручаю ее тебе. Ой, спасибо. Может, мне ее съесть надо? Ну, не знаю, может, можно... А, не, уже разблокировалась, но можно скушать. Тогда создать снеговика, отрастить бороду, это слишком долго. Приручить лошадь! Так, это изи, смотри, тут где-то был конь. А где конь, Скретч? Так тебе яблоки нужны, чтобы коня приручить. Какой приручить, чтобы коня? Смотри, берешь, садишься на него. Так или иначе, он рано или поздно признает, что ты его хозяин. А, ну если так, то да. Признаю, что я твой хозяин. Погоди, это для меня квест или для тебя? Это вообще для тебя, розовенький. Точно, погоди, приручить. Окей, тогда, Скретч, смотри на то, каких седлах я только был. Очень интересно смотреть на это, вот. А ну, признавай, что я твой хозяин, давай! Модная, в штанах, на лошади, как на выборы. Скретч, у меня теперь есть свой скакун. Вези меня, конь. А чё он не едет? Так у тебя седла нету. Блин, стой. Ну, чё, прикал Десна, теперь разблокировался еще один слот. Чё из простого есть, Скретч? Убить 10 зомби. О, давай дождемся ночи, и ты убьешь зомбяр. Да, а ты сделаешь снеговика. Давай тыковку по-быстренькому. А, нужен еще снег. Так вот именно, а где снег, там мы с тобой найдем тут. Это снежный биом нужен. Так, ну что, я предлагаю залезть в домик и дождаться ночи, чтоб нас никто не трогал. О, твоя любимая кровать, ну вернее, твой любимый цвет. А, вот твоя кровать. Не катайся на кровати по дому. В смысле? Вообще-то можно. Если имеет такую функцию, значит можно. Все, припарковало идеально. Теперь можно спать. Доброе утро, Фласка! Все, не сплю. Где? О, на улице темнеет. Погоди, ты что мою кровать оставил? Ты что, нам еще пригодится? Так, убить 10 зомби. Это нужно сделать исключительно мне. Ладно, буду чисто твоим поводырем. Буду нюхать. Где зомби? Кстати, нужно, наверное, 10 зомби подряд убить. Я вроде убивал зомби или не убивал зомби, не помню. Так какая разница, если ты это делал раньше, то так или иначе, пока не был разблокирован этот ряд, оно бы все равно не засчиталось. Ну, тоже верно. Я вижу блокпост, а вот зомбаков вообще не вижу. Ничего. Вон, смотри, один идет, давай. Ой, сейчас, подожди, я ем. И получай, один есть. Я буду считать, ты давай убивай. О, там их много. Я твой оруженосец, смотри какой, опа. Не выбрасывай. Опа, оруженосец. Да Фласка. Уже 2 есть, и тут еще 3. 3. На, я пока разберусь с разбойниками. Давай, 5. Считай, Скретч. 5? Уж, нифига себе, когда ты успел 5 вальнуть? Ну, уже вот так вот, уже 6. 6, давай, еще 4 осталось. Скретчи!
Да, еще 4, и я их вижу. Ровно 4? Я вижу 3. Там крипер еще такой просто притесался, который еще взорвет, скорее всего. Оба! Осталось 3. Давай, давай, скретчи, бей его! Осталось всего 2 зомби. Я пока что никого не вижу. Я тоже, я вижу море скелетов, которых я ненавижу. И я вот зомби не вижу. Фласка, вижу ровно 2 зомби. Опачки, давай, я вижу 3 зомби. Опа, давай, бей, бей, давай последний. Последний, готово. И все, оно пропало. Разблокировалось, скретч, мы разблокировали сегодня за это видео сколько? 1, 2, 3, 4, 5, где-то примерно 6 барьеров. Ну слушай, они были гораздо сложнее, чем в первом выпуске. Понятное дело, вначале это сами такие изёвые задания, по типу скрафти верстал, скрафти печку, там, не знаю, поцелуй, скретчка в лобик, все такое. Да не было таких заданий. Ладно, не было, но если, ребята, вам интересно, какие задания были, то посмотрите, ссылочка в описании. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно бейте лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Фласочка и Скретч, всем удачи и пока-пока. Пока-пока. Я побежал в дом.